Здравствуйте, друзья! Не успела выйти из машины в сосновом лесу и боровике. В этот раз хочу рассказать про неожиданную для меня встречу с белыми грибами. Столько белых я никогда не встречала, тем более на календаре 17 октября. Я не знала, что есть много форм боровиков. Дубовый, еловый, березовый, сосновый, и они довольно сильно отличаются. Микоризу образуют и с лиственными, и с хвойными деревьями. Набрала белых две корзинки. Впервые в этом сезоне встретила зеленушку. У нас это один из поздних грибов. Зеленушка – это рядовка зеленая или золотистая. Очень вкусный, ароматный гриб. Thank you.
а эти белые встретила среди берез. Вначале показалось, что под березовики, но видите, трубчатый слой оливковый, как у белых. А такой формы боровички рисуют в мультиках. Помню, в детстве я так себе белые представляла. А это польский гриб. Еще называют коричневый, панский гриб, маховик. Видите, да, как он синеет? Подберезовик. Вот подберезовиков уже почти нет. Им холодно. А еще нашла молодые побеги сныти. Наверное, вылезли в последнее потепление. Рву на салат. Решила белые сварить в маринаде и закатать по баночкам. Они красивые в маринаде. Всего вам доброго!